Підбиваючи підсумки перших місяців 2014 року, голова профспілкового комітету ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Юрій Бобченко констатує поліпшення виробничих показників у порівнянні з аналогічним періодом минулих років. Якщо не намного, то гораздо краще по порівнянню з предыдущим періодом прошлого року. Якщо брати період прошлого року, то у нас, скажімо так, к этому времени, з початку року, рентабельність була чуть більше 3% з показанням мінус, тобто мінус 3%. Якщо брати цей рік, то рентабельность на начало года до сегодняшнего дня составляет 2,54. Это дает возможность работать предприятию, это говорит о том, что мы работаем рентабельно. Втім, за словами Юрія Бобченка, на початку року подібним показникам не слід надавати великого значення. Если в целом брать любой год, то январь, февраль, а то и март месяц не является показательным, потому что именно в эти месяцы, как правило, идет спад реализации продукции. Вы знаете, что мы 80% ее экспортируем на экспорт. Еще будет заполняться, пополняться, переформатироваться портфель заказов. Поэтому, скорее всего, более стабильная ситуация начнется с марта-апреля месяца. Не оминув увагу й голова профспілкового комітету і підвищення тарифів на блакитне паливо для промисловості. За його словами, такі кроки матимуть цілком прогнозовані результати. Говорить о том, что увеличится себестоимость газа в себестоимости продукции, то естественно, и это понятно, что увеличится цена на реализацию металла. Значит, она должна быть возможно увеличиться и на мировом рынке, что под большим вопросом. Если на мировом рынке останется та же цена, которая сегодня существует, то, естественно, мы начнем работать в убыток себе, и этот показательный положительной рентабельности может стать отрицательной. Мы это не исключаем. Конечно, хотелось бы, чтобы это не произошло. Здесь два варианта. Если мировая цена увеличится, тогда на нас это особо не отразится. Если она останется на том же уровне, мы будем работать плохо. А за этим потянется и социальная сфера, и коллективный договор, и обязательства, и так далее.